Доброе утро. Сегодня 6 февраля. Уезжаем домой. Но не скоро, да? Мне вот понравилось. Вот такие огромные штучки, как у нас были рисовые. Это называется сумочка для покупок. Как у нас они, челночные назывались. У нас тоже есть такая. Мы оставили уже, господи, как мы много багажа. Откуда он взялся? Приехали с 3 чемоданами, оставляем такую же вот шопинг-бэг. Одной женщине согласилась приютить, 2 коробки другая семья согласилась приютить, и 3 коробки третья семья согласилась приютить. Вот что это? Откуда? Что за гномики нам подкидывают? Вот какой хорошенький. Хай. Идем завтракать. А что это такое? Почему вы все тут привязанные? Один щеночек, второй щеночек. Три of them. А, ну понятно, да, они не хотят, чтобы они убежали. Это же дорога. А им играть хочется. Им хочется играть друг с дружкой и с нами. Вы тут какие-то все одинаковые. Какие-то прямо как из мультика. Ну ладно, ладно. Общайтесь тут, общайтесь. Не отвлекайтесь. Опять подошла к ресторану. Пошли, тебе хлебушка купим. Пошли. Maybe bring. Buy and bring. Стоит опять вежливая корова, ждет. Ну, наверное, не зря она ждет. Наверняка они ее тут подкармливают. Подошла такая. Он сейчас пойдет, купит ей булочку. Ага. И котеночек. Все вышли на выпас, но они все ресторанные. Нам как раз и Светлана из Одессы денежку передала. И для коровок. Ну, мы думали, конечно, больше на потапарцевских обезьянок и коровок тратить. Ну, раз такая вот терпеливая и просит еды, то и ее просьба тронула Саши эта просьба. Коровушка пришла в ресторан. Ням-ням. Да-да-да, она голодненькая. Да я уверена, что они тут ее кормят. Утром все голодненькие. Ну, ты хорошо. Еще последнюю скушай. Подожди, wait. Dry. Сухой очень. Говорю, подожди немножечко, пусть прожует. Главное, не торопится, молодец, не заглатывает, пережевывает. Это такой маленький школьник, батюшки, господи. Ему вообще всего, наверное, года 4. School? Go school? How old is she? Age. Darling, age, how old is she? She going school. Кит номера? Инбаду. Три года. Три года и go школу. Мама дорогая. Ничего, она не afraid. Она машет ручкой. No, she very friendly, she not afraid. Тут вот на углу часто ловят кого-нибудь, чтобы подвезли. Сейчас иностранка мальчика индийского взяла. Он такой радостный едет. Подсел к ней. Веселый. Мальчишка совсем маленький, лет 10. People nice. Приятные люди. А что это за переговоры такие? Ну, так вот наша карма незаметно нас опять привела сюда. Так и ведет нас сюда. Ну, вкусненько, мне тут нравится. Омлет?
Все приготовлено для омлета, для досы. Но не буду же ему мешать. Каждый день ему мешаю. А что это такое за доси, интересно? With eggs? С яйцами доси? Я никогда не видела такую. And after he turn? Ага. Потом он поворачивает, говорит. И я даже Саши первый раз видит. А в Северной Индии, он говорит, делают пароту с яйцами. Ну не томи, переверни уже. Мне так любопытно. А картошки добавит, интересно. Достаточно много масла накидал. Да, масло вот оно просочилось через эти дырочки, и поэтому он... Нет. Ну, я подожду, я сейчас посмотрю. Не перевернет, а сказал, перевернет. Ага, вот так. Интересно, да, в следующий раз вернемся. Сейчас мы уже сытые. А вернемся осенью на Гуа и закажем себе такую вот штучку. Пойдем, подожди. Ай-яй-яй-яй. Как ты хорошо научился уже по-русски говорить. Ну, подожди, ну, немножечко, little, little. Кунчам, wait, кунчам, тора-тора. Wait, тора-тора. А все, уже готово, вот. Классно, пошли, да, на. Take, take, water, 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 water. And buy for me coffee, coffee, coffee. У Саши гигантомания. Говорю, купи мне один пакетик кофе для поезда. Пять. Панч, говорит. Я говорю, нет, не панч. Папа like big shopping. Папа любит big shopping. Он не любит по мелочам шопиться. Ну и маркер. Хотя у нас уже три. Но куда-то мы их припрятали. Она все еще здесь. Может быть, она хочет заказать масала доси? Не, ну дает корова. Мы уже сходили, поели, а она все еще тут. Наверное, ей недостаточно булочек. I think they gave her. That's why she knows. Перетаптывается такая с ножки на ножку. Да, если бы они ее не прикармливали, она бы не приходила. Значит, они ей дают поесть. Вчерашнее, может, что-то осталось. Она знает, что еда придет. Свободу. Хрушка, хрушка бета. Хрюшкам, говорит, даже лучше, чем собачкам. Они бегают. А вот это мусор повезли наверху. Целая машина мусора. Там... Мапса-мапса! Мапса-мапса! А вот и хрюшки-то, вон бегают. In the garden. Garden. В садике. Big mama. Мама, дети, бэби. Последняя стирка. Отдал последний раз постирать простыню большую. И мы ее здесь оставим. Ну? Привет. Ты меня помнишь, хозяйственная собачка? И нам не давала кафель забрать оттуда вот. Молодец, молодец.
хороший будешь охранник. Hi. Красивая. Вот с метелкой, такая красивая, как будто на свадьбу собралась. Я уж если с метелкой, то я с метелкой. Все говорит. МТ, пусто. А что это такое? Ручка? Ручечки для мебели. This is for furniture? No, no, for door. Ручки. Ручки для двери? For door. Ну да, или для двери, или для мебели. Прикольные ручки. How much ручка? How much ручка? 35. Супер, 35 рупий but всего. Только для меня. But it's very nice. I don't know, but I have to decide. You decide. Так, ну где бы мне ручки-то прикрутить? Мне ручки некуда, у меня нет мебели. Некуда мне прикрутить no, ручку. Да, я понимаю. Здорово. Парнишка симпатичный, да. С Кашмира. Нет, мне, наверное, надо две ручки. Я сейчас подумаю так. Why? With bicycle? Не надо с басиклами. Давай мне вот какие-нибудь такие. This is beautiful color. Very beautiful color, yes. Very old style. Так, не урони, не урони, а то придется платить, не покупая. This is very nice. Давай, давай две Two? Купим ручки. Okay, okay. Не знаю зачем, но я приспособлю. Давай нам две ручки. Давай, давай две ручки. Научилась я, как индийские женщины, водить мужа за собой и говорить, давай, давай. Да, да, да. Так, find. Да, можно найти такого же желательно цвета. А не найдешь, ну, возьмем вот какую-нибудь такую, maybe. Ну? Different. Different, да. Only... В общем, непонятно зачем, но мы взяли три ручки. Потому что папа любит шопинг. Папа лайк шопинг. Папа лайк to make mama happy. Хороший ответ. Он говорит, я говорю, потому что папа любит делать покупки. О, oh, very good, thank you. Be careful. Thank you. Потому что папа любит делать покупки, он нет, потому что папа любит делать маму счастливой. Молодец. Вот так и надо отвечать. Угу. Какое-то место такое, как будто нежилое. Мне кажется, тут никто не живет. И домик закрыт. Вон кто-то уезжает. Мы в 4 часа тут. I go home, you go drink chai, after you come back, we finish our packing, drink